перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Сленг, слоган, вот эти слова. Сленг, эшкере. Кайф. Круто. Ну, я надеюсь, что у вас все хорошо. Я надеюсь, что вы не болеете. Следите за своим здоровьем. Да ебать нахуй. Связь как, блядь, я не знаю где. Когда в Казахстан? Заебал нахуй слабый сигнал. Не знаю. Слава России! Вы видели, мы победили вчера Германию со счетом 4-3 в хоккей. Блять, заебал мне эту уже хуйня, что со связью, блять, происходит. Ну, короче, вы видели, что мы выиграли у Германии 4-3 в хоккей. И все быдланы такие, ну чё, блять, можем, хочешь, можем повторить, Германия, выебем тебя, как в 45-м, и все такое. Бля, не понимаю такую хуйню, классно, конечно, спорт, все такое, да. Но этот, блядь, патриотизм нахуй вас задушит. Потому что вы в жизни больше нихуя не можете делать, кроме как вспоминать то, что делали ваши предки или еще кто-либо, блядь. Ну, это большая проблема многих людей. Живите жизнью своей. Меняйте ее. Старайтесь. Не сдавайтесь. Все будет заебись. К Украине охуительно отношусь. Приеду туда осенью. Надеюсь. Ты где? Я дома. У себя дома. У нас дома. Какой тебе вид спорта больше по душе? Ну, я думаю, если посмотреть клип на «Я роняю Запад», то будет понятно, как там с Тайсоном расправился ваш покорный слуга. Фейс супер, кто на него гонит, поебало получится. Но это правда. Променял свою фан-базу на деньги. В каком месте я променял свою фан-базу на деньги, блядь? Я не отрицаю, что в один момент, когда меня оглушило, так скажем, рекордами и хуёрдами всякими, то я мог поставить деньги в какой-то момент на первое место, потому что так делают все. Но потом я осознал и вспомнил, что я не такой, как все, и я так не делаю. Поэтому для меня деньги не на первом месте. Деньги – это всего лишь бумажки, которые дают возможности. Возможности дают комфорт. И не более. Счастья ты реально не купишь бумажками ебаными. Нет, я ничего не употребляю и вам не советую. Очень редко выпиваю. Ну, правда, сейчас 2 дня подряд выпивал, потому что приехал мой кореш. Ну, а так вообще очень редко выпиваю, я не употребляю и не курю, и нахуй это не надо. Сигареты тоже не курю, нахуй не надо. Кто-то написал, что видно все пикселями. Если это правда так, то я оставлю эту глупую идею делать трансляцию. Ну что, блядь, спросите что-нибудь интересное. Я ж так резко делаю трансляции. Ну, от души. Когда фит с памп? Походу, никогда. Да и у меня нет желания фитовать.
таким ебланом. Чувак этот слился, я так понял, потому что у него вышел Gucci Gang, и он теперь стал вау, какой крутой. Но это все будет очень недолго. Вы любите всякую хуйню? Вообще не вы, те, кто здесь трансляция, а люди. Там такаши, хуяши, пампы и так далее. Но вы должны понимать, что через 10 лет о них никто не вспомнит. А о Кендрике Ламаре, блядь, никто не забудет. Вот и все. Я хочу быть артистом очень-очень долго еще. Я не хочу за год слиться. Не хочу быть хайп-волной, потому что это стрёмно. Я родился для других вещей. Для более важных, чем просто хайп, мемы и прочая хуйня. И о тебе тоже никто не вспомнит. Через 10 лет говорит какой-то хуй, о котором даже сейчас никто не помнит. Я не понимаю этой хуйни. Вы заходите в трансляцию и начинаете просто втирать какую-то дичь, реально. Вы бы лучше следили за собой, все. Не надо следить за другими людьми, не надо следить за мной, по крайней мере, в негативном ключе. Вы заходите к людям на трансляцию и говорите какую-то хуйню, типа, да вот ты нахуй никому не нужен, там, блядь, ты такой хуёвый, ты такой плохой. А задай себе вопрос, ты кому-то вообще сам нахуй нужен или нет, блядь. И из этого уже исходя сделай выводы. Вот, сок. Сок – это охуенно. Сок рулит. Бухло не рулит. Альбом ближе к осени, я думаю, будет летом где-то. Все как надо, ёпт. Я хочу сказать, что я очень рад, что за то время, что я не выпускал никакого материала и... За то время, начиная с которого я сказал, что я отказываюсь от прошлого своего творчества. Ну, вернее, не хочу продолжать все это в таком ключе. Я очень рад, что многие люди от меня отписались, что многие люди от меня отошли, потому что мне нахуй не нужны животные в моей семье. Мне нахуй не нужна эта надутая аудитория мемами. Надутая, которая сегодня у нее один герой, завтра у нее другой герой. И вот они все это, блядь, пережевывают изо рта в рот друг другу, блядь, передают и жуют это говно, нахуй. Мне такие люди не нужны. Будешь выступать за границей, а что тебя конкретно интересует? Какая страна или какой город? Я думаю, что буду. Восьмого апреля будет мое день рождения. Насчет песен не знаю. Видел девочку в майке недавно, она нарисовала хной, наебали тату и на весь мак орала, еду в магазин Гуччи. Блять, ну что я могу сделать? Мне жаль. Реально. Вообще, на самом деле, я как бы не жалею о том, чем я занимался и все такое, о своих треках и прочем, потому что на самом деле это все круто, и это все реально разорвало по швам всю эту маленькую игру, которую построили вокруг себя эти дурачки, думающие, что каждый из них тупак. И я очень рад, что так все произошло, но на самом деле я понимаю, что некоторые дети, в основном большинство из этих детей, блядь, они не понимали просто того, что если я говорю, я курю, мне похуй, я не говорю, что так надо делать, я просто рассказываю о проблеме молодежи, блядь, и они брали пример и делали так же, наверное. За это я хочу сказать вам, не обессудьте.
так получилось, блядь, что вы маленькие, и у вас не хватило мозга до этого допереть. У меня, на самом деле, тоже не хватало мозга допереть до многих вещей. Когда я был маленький, я тоже творил хуйню. Вы здесь говорите про то, что хочу ли кого-то отпиздить, драться с кем-то и так далее. Нет, на самом деле, не хочу ни с кем драться или кого-то пиздить. Я живу спокойной жизнью, у меня все супер и так далее. Но если кто-то хочет со мной драться или что-то такое, то, пожалуйста, если у вас есть проблемы, мы можем порешать хоть с кем. Потому что я знаю, что я буду прав. За мной нет хуйни. Мы не свободны. Там все наличные. Ты веришь в Бога? Нет, я не верю в Бога. Да и он меня не верит. Но я против религии ничего не имею плохого. Вот против церкви имею дохуя, потому что это бизнес ебучий. А против религии ничего плохого не имею. Главное, чтобы это не было чем-то связанным с насилием. А так верьте, каждый во что кто хочет. Главное, будьте счастливы. Насчет концертов. Новосибирск, Новокузнецк, Хабаровск, Иркутск. И Владивосток, конечно же, точно. Эти концерты обязательно пройдут в марте. Новосибирск 1 марта, Новокузнецк 4 марта, Владивосток 17, Хабаровск 18, Иркутск 15. Все эти концерты будут, я приеду, и мы разъебем. В принципе, как и всегда. Насчет совместок, если кому интересно, то я не знаю, когда будет вообще с кем-либо совместка и как это будет выглядеть, и как это будет возможно, но у меня есть некоторые мысли, о которых я не хочу пока распространяться. То есть я оставлю все эти движения в стиле там тизеры, сниппеты и прочая хуйня всем своим детям, которые теперь пляшут и страдают хуйней. То есть... Пусть они вас развлекают, завлекают и так далее. Мне это неинтересно. Я фокусируюсь на музыке в первую очередь. И я буду дропать материал просто как гром среди ясного неба. Просто бам нахуй и все легли. Будешь ли фитовать с ноунеймами? Я могу фитануть с ноунеймом реально, если это будет достойно. Вот. Но не надо мне ничего слать, скидывать. Если это будет реально достойно, это в любом случае дойдет до моих ушей. Никому я и никак нахуй не отношусь. Пусть, не знаю, живут своей жизнью, занимаются своими делами. Мне поебать. Будешь ли петь с фараоном? А что я могу, блядь, петь с фараоном? Я не знаю, где он. Что, есть песня какая-то или что? Нет ни с кем песен, кроме каких-то чуваков из Уфы, с которыми когда-то по ошибке записал песню, блядь. Нет, за татухи я свои не жалею, они для меня много значат. Вот нахуй. Чего, сильнее? Нет. Патриотизм. Потому что правды за тобой нет. Американец, блядь. Обманул, за ним правда. Так-то нахуй. Значит, что он сильнее. Да? Блядь, да. Так-то ему нахуй. Столичную сидит, пьет.
дружишь с кем-то там. Вот эти вопросы здесь не задавайте мне нахуй. У меня нет друзей, у меня есть семья и все. Все мои друзья, это моя семья, нахуй. Все, нет, не дружу я, блядь, ни с кем, ни с артистами никакими и прочее. Нахуй мне это надо, просто, типа, я никому не верю, это все пиздеж и пизда более полная, вообще просто конкретная. Дружба, хуюжба. Два рука пожать тебе не повод мне поддакивать. Вот, нахуй. Я не хочу, чтобы вы меня с кем-то ставили там в один ряд. Я, конечно, понимаю, что люди всегда сравнивают, но не хочу... По максималке я не хочу сравнений каких-то с кем-то, с младшими товарищами, с старшими товарищами. Нет, пожалуйста, не надо. Я немного другое, и они немного другое в плане музыки. Я ведь умею играть на фортепиано, на самом деле. Просто хуйней страдаю. Музыка рулит. Остальное хуйня. Ну, если говорить про такие вещи, как деньги, не деньги. А так, самое главное в жизни — это любовь. Я всегда хочу быть на тебя похож. Не надо. Да, конечно, довольно-таки интересно, знаете, заходить в трансляции и общаться со своими людьми. Но, с другой стороны, понимаешь, то, что более или менее все вопросы хуйня. И неохота, блядь, об этом общаться просто, в принципе. Потому что, типа, блядь, что-то спрашивают, ты отвечаешь, и тебе это спрашивают еще 10 раз. Именно поэтому я не захожу нахуй в Инстаграм почти и не провожу эти ебучие трансляции. Вообще хочу вам посоветовать, всем сидите поменьше, поменьше нахуй в интернете. Поменьше живите соцсетями, побольше живите реальной жизнью. В жизни главное — это чувства и эмоции, и в жизни нихуя не главное ваши ебучие бумажки, шмотки и прочая хуйня. Говорю только человек, у которого есть бумажки, шмотки и прочая хуйня. Нихуя это не важно. Нихуя это не значит. Не думаешь никого продвигать? Если я увижу что-то достойное, по моему мнению, то я буду это продвигать. Да. В конечном итоге, я думаю, я приду к созданию лейбла. Буду как Баста на Газгольдере. Нет, татуировки я сводить не буду, блядь. Если я говорю, что я в чем-то меняюсь и в чем-то взрослею, это не значит, что я буду, блядь, сводить татуировки. Что за нахуй бред, блядь? Может, нахуй себе нос еще отрезать, блядь, от того, что я не хочу больше кричать о Шкере, блядь. Почему вы все такие смешные, блядь? Жалко Лил Пипа? Жалко Лил Пипа. Потому что пацан депрессивный и сгубил его наркота. Нахуй наркоту.
Но, в принципе, блядь, я не знаю. Люди сами выбирают быть наркоманами в конечном итоге. Поэтому жалко в половинку. Я хотел бы сказать вам по поводу отношения к мату. Мат — это, блядь, вполне нормально. И мат — это такие же русские слова. Например, вот синтезатор — это такое же слово, как, не знаю, хуй, пизда и прочее, прочее. Это обычные русские слова. Просто почему я люблю использовать мат? Потому что он для людей в этой стране помогает донести какие-то темы намного более, так скажем, жестче, чем обычными словами. В том плане жестче, что понятливее, блядь. Потому что нихуя никто не понимает здесь ничего, блядь. Если вот, например, сказать, не надо носить вещи Gucci, то все скажут, фу, хуйня. А вот если сказать, нахуй Gucci, то все скажут, ого, интересно. Я хуй знает, почему так устроено, но, в принципе, мне нравится мат. Goodbye, Америка. Ронять надо их всех, да? На самом деле, нет. Съебывать надо из этой страны. Из России съебывайте нахуй. При первой же возможности съебывайте нахуй отсюда. Жить в нормальной стране. В армию никогда, потому что нахуй армия не нужна. В армию никогда, потому что нахуй армия не нужна. Могу аргументировать хоть как. Это просто, блядь, трата времени. Я за год, нахуй, сделал столько много. За год своего творчества я уже имел некую фан-базу у себя. Некую семью. Я уже откатал один тур, я уже выпустил один альбом. И все это было уже более-менее неплохо. Мог бы нахуй служить в армию. Слышь, а ты че самый умный, типа тебе деньги нахуй, а ты попробуй как мы на 15 тысяч пожить. Блять, то что ты живешь на 15 тысяч, это тебе еще заебись. Я жил, блять, почти 20 лет, на хуй знает. На 30 тысяч на четверых, блять. И это будет... поменьше, чем 15 тысяч в одно рыло, нахуй. Поэтому я знаю, что такое бедность не хуже, чем, блядь, другие русские люди, блядь. Не надо выебываться на меня, я не ебаный мажор. Ненавижу ебаных мажоров, блядь. Ненавижу людей, которые, нахуй, от рождения имеют все и выебываются. Я знаю людей, которых от рождения было многое, но при этом они не выебываются. Таких мало. В основном, блядь, люди, у которых с рождения есть бабки, которые, блядь, родились и кушали в детстве белый хлеб, нахуй, пока я ел черный. В основном они все черти и пидоры, нахуй. Не знаю. Хотя, наверное, это просто совпадение, потому что все люди в основном черти и пидоры, ебаные. Все гниды и змеи, блядь. Все хотят тебя наебать. И хотят твои мозги. Хотят быть тобой. Хотят бабки. Хотят известности. Но они, блядь, даже не знают, что такое известность. Если бы я мог, то я бы... полностью был собой, но чтобы меня не доебывали на улице или еще где-то. Известным быть не круто. Это давит. Это давит на тебя. И это тебя отвлекает от истинных вещей каких-то, которыми ты должен заниматься. Например, музыкой. Я вот люблю музыку, а аниме я не смотрю. Че, пацаны, аниме? Ладно, на самом деле, мне просто было ради интереса сделать эту трансляцию, посмотреть вообще, что сюда будут писать и все такое. Я хочу сказать спасибо всем людям, которые меня поддерживают. Я хочу сказать спасибо всем нашим людям. Фейс — это семья. И я хочу сказать, что я еще долго не буду появляться здесь с трансляциями, потому что я убедился, что люди здесь задают полную хуету. Хуету. Полную хуету, и это мне неинтересно тратить на это свое время, и вам не советую.
нахуй соцсети, нахуй тратить на это свое время, живите реальной жизнью. Всем любви.